Ребят, давайте сделаем так. Сейчас пока все отходят, Максим сделает свои кадры, найдет лучший ракурс, после этого скажет, что нужно сделать, и все сможете сделать то же самое кадр. Хорошо? Просто сейчас, когда вы у него под ногами, он уже не может, ну, не ходить там, выбирать лучший ракурс и так далее. А ты не мешаешь, чтобы сказать? Ну, пока сюда нет. Так, отходи. А надо Максу микрофон это взяла, если что, как бы снять. Все. Как раз как ты знал, знаешь, возьми, спустя, подожди. Не, на вас будет. Нет, я не вижу подальше от меня. Я не повыше к нему. Заснула, смотрите. Ребят, вот кто сзади стоит, можно, пожалуйста, в сторону от окна где-то прошу. Девушка, чуть-чуть ниже голову, пожалуйста. Девушка, да? Спасибо. Белоносим! Белоносим! Здесь. Удивленный взгляд на меня сделай, Вова! Монфлота и на свалку. Так, уважаемые фотографы, пока вы здесь собрались, кто приехал на машине, проверьте, пожалуйста, не из вас ли выпали ключи. Я их нашел. Какие? Не скажу, стертые. Где? Вот там по пути где-то валялись на дорожке, я их сам. Ну, короче. Что вы любите? Я люблю, когда люди не грустят из-за возникших проблем. Спасибо, нам ваша найди, пожалуйста. Ваши ключи, потому что Митор вы не проходил кроме вас. Да. Мы уже наши ключи. Я обычно поканчиваю. Я не знаю, как
Вот все дружно скажем, Настя, Настя, на меня смотри. Всем. А можно мужчину? Мужчины в синей толстовке, уйдите с Я говорю, надо писать, потому что он прыгает. Знаешь, сайт, который закрывается, как бы еще чуть-чуть. Да нормально, все нормально. А, я не закапываю. Давай, может, Максиму, сейчас он делает так. Так, нужно к парню, который в самом первом ряду в серой кенгурушке, опустить руку. Ребят, можно капельку капельки? Вот и соседу еще своему скажи. Так, ну, блин. Лыжнем. Можно больше? Больше? Да, удалось. Вот-вот. Он на тот может появиться. Кто еще не сделал фотки из того, что толпа впереди? Вот. Давайте мы пустим их вперед, а те, кто уже наснимал, впереди отойдут. У вас есть хороший кадр. Надо делать тысячу. Давайте пустим тех, у кого нет. Вот тихо, народ, вот здесь, пожалуйста, не ходим. Так, взгляд у меня, да? Сейчас можно поговорить с моделью, попробовать. Сняли свободное время. Все, народ перемещается. Не перемещается. Можно отменить? Еще, пожалуйста, на 3 метра, пожалуйста. А можете сюда посмотреть? Ой, это... Ребят, смотрим на того, кто поднимает руку. Упс. Ну давайте дальше. Я зря попросил. Руки камеру стал, Ром. Я сейчас раскалю камеру, вы увидите мои эмоции. Камеру, делаем. Еще раз эмоционально, да? Я думаю, что, наверное, один из кого-нибудь сработало. Еще раз эмоционально сделай. Совет, если хочешь эмоционально, ну-ка, дай еще раз. Сделай что-нибудь. Кому еще покричать? Спасибо. Поехали дальше.